Водителей, не оплативших стоянку на муниципальных парковках, будут наказывать. Депутаты Думы Краснодара наделили полномочиями по составлению протоколов сотрудников департамента транспорта. Это позволит взимать с автомобилистов штрафы и пополнять городской бюджет. Напомню, вопрос о механизме привлечения неплательщика на колесах к ответу оставался повисшим долгое время. Сегодняшнее решение поставило точку в спорном моменте. Теперь полномочия по составлению протоколов четко закреплены, а значит, все действия посетителей муниципальных парковок будут на контроле. В качестве основания для составления протоколов будут использоваться данные камер видеонаблюдения и другие средства фото- и видеофиксации.